Или кто-то свой особо обиженный въебал. Уж больно красиво. Согласен, тут не опровергнуть ничего. Что-то здесь не так, оно явно видно и понятно. Просто если бы артобстрел, то машину бы разворотило. То есть прямое попадание мины там вперед, назад, там было видно, что разворочено. А здесь, как показывает мой опыт, тут били конкретно чуть сбоку и били в лоб. То ли били с ПТУРа, хотя если бы ПТУР влупил бы, там бы и жопу вынесло. Ну, скорее всего, что-то РПГ типа 26-го, 28-го, вот такого, даже не РПГ 7-й. То есть обыкновенная муха. С обыкновенной мухи въебали, движок, двигло разбито. Это не ПТУР. ПТУР бы вынес нафиг машину от морды до самой жопы. Плюс то, что не арта, ну вокруг даже ни одного разрыва не видно. Если бы наехала на мину, то колеса подстегнулись, колеса на месте. Ну это скорее всего с мухи влупили. Ну другого быть не может. Но это я по своему военному опыту говорю. Ну, хотя могу ошибаться. Ладно. Такое ощущение, что убийство Короса, наверное, специально на нас планировано, чтобы надо собрать всех и одним махом надо положить, я так понимаю. Мне вчера звонил адвокат, спрашивает, говорит, ну ты, говорит, на прощание приедешь, типа, мол, в Донецк. Мы, мол, ждем. Я говорю, так у меня работа, и это первое. Второе, меня, говорю, в Донецк не пускают. А, ну ладно, ладно, ладно. А сегодня узнаю, что еще и во время прощания уебали по людям. Адвокат мне звонил, спрашивал, приедет ли Николаевич. Во-первых, добро никто не даст, без добра, говорю, и рыбу не выловишь из пруда. Говорю, человек не будет рисковать и ругаться с вышестоящими там куратами там, или директорами и так далее. Если бы, говорю, была бы возможность, я думаю, говорю, это приехал бы. Вот и все. И тем более, говорю, куча вопросов по поводу смерти Корсы. Говорю, это не то, чтобы как бы все это было реально в боевых условиях. Что-то, говорю, здесь не то. Ну, а вот утром наблюдаю картину, блин, что так произошло. Он мне еще сам говорит, приезжай, говорит, на драмтеатр, пообщаемся как раз заодно, говорит. Ну, я никуда не поехал, как бы, и тут своей работы хватает. Ну, как-то так. Да, согласен, вопросов больше, чем ответов. Поэтому правильно сделал, что не поехал. Вот. И адвокат, во всяком случае, должен знать, что я без решения большого города тоже никуда не поеду. Тем более у меня сейчас даже запрет вообще за переход ленты даже в сторону Запорожской области и Херсонской. Вот. Поэтому сижу и жду того, о чем мы говорили. Поэтому у меня вообще конкретный запрет на выезд куда-либо. А тут на тебе, приезжай, давай, завтра ждем. Я говорю, не, ребят, не катит что-то. У меня такое мнение сложится, что приезжай, давай, всех созывали, ну, как бы я понимаю, да, Корса недалеко, недалекий человек нам всем, но приезжай, давай, завтра поговорим, вам тоже приезжай, давай, так очень, нас всех звали, блядь, на верную смерть, блядь, просто, блядь. Я понимаю, когда на поле боя, это еще одно, когда вот так, в таком моменте, ну, не знаю, желания не было никакого ехать, потому что с вечера вот тревога. Чуйка меня никогда не подводила, вот работа еще в уголовном розыске, и за эти 8 лет как бы не поехал. Она вот свечку поставил сегодня днем, это в церкви у себя, и это как бы, она поймет нас, не обидится. Там погибших много, говорят там про 3 гражданских, но я так понимаю, что если пришлись по скоплению людей, там пострадавших очень много. Я так понимаю, там должно было присутствовать почти все командование, то есть, ну, одним ударом всех можно было накрыть. Встречался вчера с человеком, который буквально через 20-30 минут приехал на место, где погибла Корса. Автомобиль, получается, с ее стороны был мятен. Такое ощущение, что в нее кто-то целенаправленно ехал и въехал. Водитель поэта живой. Ни одного осколка, ни одного посечения на автомобиле нет. И автомобиль, скорее всего, подпалили. Это вот мнение со стороны человека, который ранее служил в 14-м, 15-м, 16-м и 17-м году и ушел. А что водила говорит? Он же должен все это дело было видеть и рассказать, если он не пострадал. Я так понимаю, водила молчит. Либо ему сказали молчать. Насчет водилы я не знаю, пацан к нему не подходил, но он живой, говорит. И тупо тишина.
Ну, значит, это не совсем те ребята, в чьей форме я стою на фотографии и на видео. Как со стороны, по мнению, это по мнению человека со стороны, что в нее просто въехали. Мне кажется, просто ее убрали, да и все. Сейчас проще убрать и дать героя ДНР или России. Знакомый почерк. Если ты помнишь, по 2014 году и по 2015 есть тело, есть проблема. Нет тела, и проблема исчезает.